Вечером с друзьями как-то раз мы нарвались на залаз. Проскользнув залаз в стене, очутились на крыльце. Там нас ждал секрет ужасный. Но об этом вскоре ясно ты узнаешь обо всем. Это необычный ролик для канала. Понравится подобное и захочешь больше, дай мне знать. Подпишись на канал и поставь лайк. Мы начинаем, погнали. Уже много лет в старом особняке в штате Мадылан творят страшные вещи. Мои старики помнят живую здесь молодую женщину. Не-не-не, погоди, стой. Атмосферно, давай я. Давай. Уже много лет в этом старом особняке в штате Мэдиленд творятся страшные вещи. Местные старики помнят жившую здесь молодую женщину, которая растила тяжело больного сына. Потом она бесследно исчезла, и мальчишку с тех пор никто не видел. Много кто пытался разобраться, что... Эй! Блядь! Кто нажал? Вы на месте. У каждого из вас есть шокер. Найдите способ проникнуть внутрь. Удачи, петушки. Вы уроды. Ты себя видел, лошара длинноволосая? Ой, нашел зайку! Пацаны, нашел ключ. О, ключ от мастерской. А я нашел канистру. Я батарейку нашел. Кстати, канистры сразу стаскивайте. Где-то рядом с домом, вот он, алтарь. Нет, это не алтарь. Где-то рядом с домом должен какой быть алтарь. Какой алтарь? Да. Ты стой, что я делаешь? Кажется, я нашел второй вход. Мы же приехали в прятки играть. Мы записывать Among Us в реальной жизни приехали. Пацаны, я нашел второй вход, походу. Миша баклажку нашел. Найдите ключ от подвала, ребята. Прятки. Дверь для вас трой, Димон. Давай алтарь найдем. Найдите ключ от главной двери. Да тут... Я хожу вокруг, тут много дверей разных. Подождите меня, я потерялся. А вы где? Бегу. Стой, я вижу какие-то факелы горят на улице. Алтарь, видимо, вот это. Вот, да. Могила. Да. Подходишь, короче, к этому зайчику, к этой кукле. Ага. Говоришь, слушай, у меня... Бляха, муха. Блядь, ребята, какие-то... Блядь, что за хрень? Вот они. Давай зайчика кидай. Блин, ты чё, медалист? Да, блядь, ты не представляешь, я обосрался. Квантумец, они выбежали. Ты зайчика говоришь, у меня тут недалеко фургончик есть, пойдем это. Да, блядь, это квантумец, это очень стрёмно. Ты где нашёл их? Ты чё там за клондайк? Тут. Хомяков раскрыл. Медалист, ты, пожалуйста, не лазь больше сам, где попало, тут это. Да я, блядь, да я просто ходил, они были вот тут, смотри. Я вот эту дверь открыл, блядь. Ты ключ тут не находил? Хренеть, нет. А, вот есть ключ. Вот записка. Где ключ? Ключ от подвала я нашел. А где подвал? Мое сердце сжимается от тревоги за моего маленького сына Джозефа. Его состояние ухудшается с каждым днем, и я боюсь за его жизнь. В библиотеке есть древние книги, наполненные тайнами темной магии. Стой. В одной из книг говорится про ритуал, который мог бы вызвать демона Самаэля. Подвал! Стоило мне прочесть эти строки, как я поняла, что готова на все ради спасения моего ребенка. Может быть, это единственный способ его спасти. Я только молюсь, чтобы это помогло. Это из записки миллион лет. Я нашел подвал, иди ко мне. Я тоже знаю, где подвал. Иди сюда. Ё-моё. Что там? Чё, ты испугался? Ничего. Блять, обосрался. Давай, ты вперед иди. Квантумец. Давай. Каждый сам за себя, но вперед идешь ты. А где Миха? А можно я с вами? Миша, там вход задний, черновой вход. И там справа от входа есть подвал. Ребята, найдите ключ от комнаты маньяка. О, идеально. Комната маньяка? Нам все уже удалось пробраться в особняк. Но Генри сильно поранил ногу. Он случайно угодил в огромный капкан. Мы слышали тяжелые шаги наверху. Похоже, мы здесь не одни. А у маньяка там комнатка-то неприличная такая. Блять, на полэтажа. А подвал-то тоже не маленький здесь. Ты когда мина, ни хрена себе. Я буду развил. Сучка квантума тут рядышком. Ого, а я нашел щиток. Нет, ничего нет, да? О, я нашел вход в дом. О, я в доме, пацаны. Стой, я давай долутаем подвал, может быть? Ключ нашел. Ключ от главной двери. Это мы сможем выйти. Да. Нет, это не она. А вот и главная дверь. Вот это она. Ой-ой-ой, аккуратно. Смотрите, тут растяжки на полу есть. Где? Вон. И видишь, сбоку эта штука подсвеченная, зелененьким. Это, короче, звуковая ловушка. Ёптать. Квантумец. Ой-ой-ой. Весело же. Он идет. Кто-то идет к нам? Нет. Да! Чё? Леха! Ключ нашел. Вот чё, где вы? От ванны? От ванны. За тобой гонится? Ты врешь, мы из Дразмасаде.
Ты только что пробежал за тобой. Вы чего нафиг? Блядь, Вентумец. Не нагнетай, у меня ключ от ванны, если что есть. Пойду за кем-нибудь. Да, блядь, да вы гоните, что ли? Будьте внимательнее. Сказал металлист и дзынькнул. Бежит. Охренеть. Я зайку. Вот, вот, вот ребенок где-то тут был. Он кукла, убежал. Миша. Он обижал. Да пофиг, ничего не называет. Могу с собой поделать. А как? На Джей просто кинуть на него или что? Или на ребенка нажать? На куклу нажать? На... Кидаешь мягкую игрушку, и кукла подходит. Я предлагаю стаскать бензин весь, который найдем. Да. К этому алтарю. Да, и батарейку мне нужно найти. О, я нашел еще какой-то ключ. О, он уже капкан тут поставил. Где? Блядь! Пацаны, это пи***. Это маньяк, блядь! Блядь! Уходи! Уходи вот за мной! Уходи! Миш! Уходи! Ты мне? Или кому? Да, блядь, ты на батарейку! Там маньяк, он здоровый! Ты видел, познакомился, да, с ним уже? Да, он по второму этажу гоняется! Сука, я так обосрался, он прям сзади подошёл! Охренеть, реверс, реверс, Серёжа! Ой, Дима, Петя, Юра, как там? Что делать? Сейчас шокером, скотина! Мы внутрь заходим! А что у нас дедусь так сильно стал? Блять, я дал ему звуковую ловушку, пожалуйста, помогите мне! Да-да-да, Дима, мы с тобой. Вот она стояла. Вот она, вон, вон, впереди. Ага. На. Не, ближе, ближе. На. Это кукла, Миша! Ну, да на, возьми! А где от него можно спрятаться? О! О! Заскамилась. Все, лови. Че, попробуем на алтарь ее? Ты медалист бежит. Я возьму бензин. Ой, ну он вообще не призрак, ни хрена. Давай. Он прям реально маньячил. А, это реально кукла. Они придут ли к нам сейчас? Мне кажется, нам за это лицо сломают. Один из десяти? Да. Что это? Ага. Блять, кто орет? А ты как думаешь? Явно не тетя Зина с булочками со столовой. Ёптать. Это чё за страх вообще? Он где-то рядом. Я надеюсь, не за мной. Бля, он за мной. Вообще не понимаю, где он. Бля, я не знаю. Я убегаю, двери с собой закрываю. А зачем ты двери закрываешь, мышь, блядь? Я за тобой бежу. Он, бля, он опять за мной. Он опять за мной. Я вижу его. Пацаны. Трындец. Я уже не смог защититься, меня я мертво лежу на первом этаже, он пошел на второй этаж. Нужна аптечка, Михаил, есть аптечка? Аптечка на втором этаже была. Я вползу в сторону аптечки. Ну ползи, блядь, давай лучше. Она за стеной, сука. А вот тут. Заползай сюда. Вентумец, а можно мы твоим другом? Бляха, можно, конечно. Все, блядь, меня опять убили, я не хочу играть. Да ладно. Ищи, да, аптечку! Блядь, бежит за кутумцом! Серьезно? Бляха! Ах ты тварь такая! Я больше в этот дом не зайду ни ногой, не имеешь, ты сам тут занимайся, с меня хватит. Где он? Я только... Там какой-то ребенок плачет, ребят. Где? Где ребенок плачет? Это не ребенок, это кукла. А меня спасти никто не хочет, да? А ты аптечку нашел? Ну, типа. Я нашел еще, Миха. Я нашел куклу. Он за мной бежит. Сука, получает тазером. Дядя Дима, я не вижу. Ай, блядь, я в другую сторону пошел. У главного входа там комнатка. Миша, как что делать-то? Батарейка, ты что? Где батарейка наша? Батарейка где? Тем что делать? Медалиста поднять надо. Да все, меня подняли. Что делать, блядь, дальше? Искать этих штук, куклу. Бля, опять он меня убивать идет, да отстань, мударас! Где он орёт-то? Он за мной, дядь Миш? Да нет, он станется, когда вот этот ритуал делаешь. А, ёпта, я тут смотрю, он вот так прям на мое ухо. Где он? А, вижу, понял. Блядь, он точно за мной. Фига он больной, придурок. Так, я канистру около этой скину. Стаскивайте все. Я, короче, вторую нашел, притащил.
Надо в подвал. Какой трындец. Нет, это какая-то это, он орёт, блядь, кричит, там что-то стонет, кряхтит. Он тут. Вообще какая жесть. Блядь, он реально тут. Он не может, что, блядь, да ты затрахал. Он меня догоняет, блядь. У меня вдоль и поперёк, ребята, я не могу, блядь, можете меня не поднимать? Где аптечка, дядь Дим? На первом этаже там лежала возле выхода к алтарю. Я вообще... Ну да, где-то есть на первом этаже. Бля, может не надо? Я все аптеки уже скушал. Я не могу, у меня есть... Ребята, он за мной гоняется, этот жирный... Сладкая жопа медалиста. Бля, он за мной бежит со второго этажа. Ёлк, ну достал он за мной бегать. Пацаны, в дом лутайте, он за мной бегает по улице. А, ну бегай по кругу, но он, правда, быстрее бегает. Пацаны, он бежит за мной, бля, он бегает просто за мной, почему он только за мной бегает? Да бегай, Димон! Маньячело! Я бегаю, бля, он меня убил, я за домом. Ладно, пофигу, давай, Даня, реанимация, погнали. Нет, он не вошел в дом, он еще за домом. Он побежал вокруг дома. Все? Рядом со мной есть аптечка. Еман-то громко. Да. Хорош. Дядь Миш, ты остался у нас один. Все, погнали, уже знаем, что делать, собираем, ищем. А это мы уже все проходили, это мы уже я знаем. Я вообще думал, что комната маньяка закрыта. О! Вот, вот, вы видели? Да, опять где-то побежал. Они в закрытые двери залазят? Они заходят в закрытые двери, сидят там. Короче, понятно, где они закрытые двери. Как глюки какие-то. О, я нашел ключ от библиотеки, если что. В чате, кстати. Я нашел ключ от кабинета. А давайте стащим куклы и скинем их возле алтаря, чтобы потом толпу их закинуть. Давайте сожгем ее нахрен. А у нас всего один бенз. Ну, вот она убегает! Она убегает! Нельзя, это не работает! Так не работает! Их надо сразу это прикарманить, типа. Да их сразу на алтарь класть нужно. Давай. Понял. Нет, да? Меня тут бить перешли, пацаны. А, бежим, 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 бежим. Кто? Бля, а что случилось? Меня... А че я в тупике ты... тоже каком-то? Бляха! Миш, как ты уходим, думаешь? Уходим, он застанил его. Я еще куклу нашел. На. А, так ты канистры на первый этаж просто? Да, спустил? Я спустил их. У меня игрушка, Квантуменс, где кукла? Эти! Эти убежала, спасибо. Расти большой, но нам надо найти... Он за мной бежит. Он бежит за мной? Поймал. А, может, он, кстати, злее стал. Поэтому он быстрее. Бля, Калмуха, да что ты здесь делаешь? Ну, тебя? Да. Я вас подсвечиваюсь? Да-да-да. Он дверь мне закрыл. Сейчас я с медалистом рядом лягу. Я, Дим, сюда. Иду. Где ты? Давай. Фак! Пошел в жопу. Фига я его налюбил! Я спрыгнул со второго этажа, а он лоханулся. Со второго этажа можно спрыгивать? Да. Hello there. О! Спасите, помогите! Меня хотят побрить! В армии? Я кукол вообще не вижу. За мной бежит. Фух, отстал от меня. Он у нас? Да. Да где застрял? Блин, вокруг дома бежал тут. А, вот, есть. Не понимаю. Еще одна горит. Димон. Я его шокером дал ему. Давай, капкан нафиг, прям на выходи из дома. Трындыкс. Бенз заканчивается, пацаны, бенз тащите. Я, короче, в коридор выношу все объекты, игрушки и бенз, что потом вы нашли, подобрали. Блин, нафиг. На, нафиг, сосон делай. Я в тупике, что ли? А, нет. Блять, я умер! А, Миша, походу, впервые. Сука, я не нашел двери, прям к нему прибежал. Вы оба легли! Да, я около аптеки. Сейчас, походу, будет гейм-овер, пацаны. Батарейку ищи, иди, ищи, Ми, убегай. Миху поднимай, спасай, работай. На. Пацаны, плюс кукла. Блять, я же без шокера, ёпты. А что ты не забрал его? Дядь Миш, поздравляю. Бляха! Вот это контакт! А где я был-то? Вот я такой же потерянный хожу. Шокера нет, игрушки нет.
попа болит. Пошел в жопу. Он за мной бегал только что. Все. Пятая пошла. Мне жопа. А тут несколько подъемов наверх. Да. Пошел в жопу. Я буду мансить. Я буду убегать. Блин, да убегался. Умер? Нет. Бля, он за мной опять бежит. Да пошляк. Это тебе можно убежать. Ну, у меня хреново это получается. Тут ни хрена нет. А, вот ключ есть. Какой? Комната маньяка. Комната маньяка. О, погнали. Подвал. Пацаны, аккуратно, я с ним бегаю, блядь. Все, отлично. Я не захожу, я прям бегаю, блядь, вокруг домика. Он бегает прям за мной. Мы в его блядь. Комнате. Так, ищи тоже ключи. Ищу. Давайте, блядь. Бегай, медалист! Ты делаешь большую работу! Да блядь, вы играете, а я бегаю! Я нашел ключ! Ключ от комнаты на чердаке, там кукла есть! Девочка есть! Да-да-да, я возьму! Игрушку берите! Это плохая дорога! Бля, пойдем! Уходите! Уходите, блядь! Уходите! Еман! Блядь, вы что творите, пацаны? Это плохая реально дорога! Просто я по улице, блядь, с ним бегаю! Бегай. Охуенная игра, блядь. Ты поднялся, Данил? Да, я поднимаюсь. Ёптать! Он выбежал сквозь кусты! У медалиста он этот 4-ит, круснацит охреново. Ты бы знал, сколько трубов я уже... Она убежала! Ребята, у меня... Нормально. Ну я сейчас подбираю куклу эту. Когда жечь будете, скажите мне, чтобы я сказал вам, в какой момент. Не, давай ты, короче, скажешь, как ты с ним пробежишь через алтарь, и я выйду в этот момент. Пока ты будешь делать круг... Он меня потерял. Да, я тогда иду жечь. Может, ты его поймаешь опять? Блять. Пошла, шестая. Если поймаю, попробую убежать. Одну поймал. Он где-то у меня. Я в тупик пришел. Если что, если с ним бегать по кругу дома, он не догоняет. А меня догнал. Догнал? Ну, потому что я к нему навстречу вышел, я офигел аж. Фига он орёт. Расстроился, обиделся, блядь. Обиженный мальчик. Куклу хоть нашел. На чердаке тоже батарейка есть. Да? А чё у него глаза покраснели? Походу, да. Хрена у него глаза покраснели. Я возле аптечки, если что, на чердак. О! О, привет. Привет, блядь. Я здесь чисто Дима-помогатор. Нет, Дима Кросс, какой помогатор? Ты больше это не ищи. Миша, бегай, перепрыгивай через него. Охренительно, ты разминируешь ногой своей, не жалея ног. Капкан только с собой разминировался. Он меня убил, пацаны. Он на капкан пришел и все. Ты сдох, ползи к аптеке, желательно на втором этаже. Я нашел куклу, пацаны. Я на втором этаже на балконе. Не спускайся. И батарейку нашел. На. Ну за звук тут, дядь Миш. Ко мне. Он вниз побежал. Пацаны, на первый две этаж. Штуки. Он прям быстрый, очень быстро носится. Прямо от него уже так не убежать, как я на... Не игрушку блядь, бы ничего. Найти. Я Дима смерть. А как ты думаешь, за кем он бежит, подлец этот грязный? Бля. Опять закрыта дверь. О, я в тупике. О, привет. Трындец, я в тупик зашел. Одну я сказал, где алтарь. О, я нашел одну. Я здесь значит, он находил. Блять! Медалиста поймали. Давай, Мих, работай. Он выбежал прямо на меня, пацаны. Он прямо на главном входе. 9 из 10. Все, осталось последний. Вот ты, последняя игра пройдена. Нашел куклу, пацаны. Где? В подвале. Хорош, я так и думал, что она там будет. Ты возьмешь ее, вынесешь? Где есть батарейка? Ее. У меня нет батарейки. Тащи к алтарю. Главное, чтобы тебя не завалили, и она не убежала. Так, ну закидывай. Что, пацаны, сжигаем. Мы прошли! Бой. А что будет-то? Подожди. Сейчас узнаем. Что будет? Дедом, что будет? Бараном. 10 из 10. Ты получил достижение. И все? Экзорцизм. О! Самоэлен Дуэкстрим. На колени поставили его. Ведите! Арен Ферус! Туда его. Он выглядит как хрен с пятницы с ДБД. Мы сожгли его. Все? Все, мы прошли. Е-бой. Мы прошли игру всего за час. Одну миссию. Все, и больше нет ничего.
И все, карта закончилась, блядь. Только все, всем спасибо, всем пока. Как тебе новое необычное видео? Пиши об этом в комментариях. Не забывай про подписки на канал. Квантум был с вами. До скорых встреч.